Ладно, продолжаем. У нас доступно три планеты. Одна непонятная маленькая планета, я так понимаю. Хотя что маленькая? Обычная планета. Да, мало железа, очень мало железа. Тут, ну, не знаю, побольше как-то кажется железа ходит. Можно высадиться здесь, можно высадиться здесь. Я бы, если честно, высадился тут. И вот эта планета, на которой тоже довольно-таки мало железа. Ладно, давайте выбираем эти планеты. Вот здесь три куска железа. Я думаю, высаживаю здесь. Погнали. И не надо. Тут у нас три бота. Это, если что, мой помощник. Другой робот, который мне помогает. Это, короче, разведчик. Можно так сказать. Так. Делаем металл. Сейчас все как обычно, либо я вырежу этот момент. Либо что-то еще. Значит, это мы построили. Я теперь буду строить этот завод. Там более продвинутые роботы, они мне больше помогут. После этого надо будет построить этот завод. Потом раз, два, три. И раз, два, три. Отлично. Пять роботов. Значит. Я так понимаю, у нас сейчас вот этот помощник мой. Вот здесь. Ну как помощник такой? Он высаживается там, где враг, по идее. Значит, враг примерно вот тут. Вроде бы. Или я что-то не знаю. Ладно. Так, здесь мы строить армию будем потом. После того, как узнаем, где вообще враг находится. Хотя, если честно, армию можно делать уже. И мне изначально будут нужны танки. Делаем 15 танчиков. И 15 вот этих машин. И одну такую машинку. И 15 вот таких вот. Это пока что у нас только начало самое. Так, одного робота этого мы берем, говорим ему делать. Вот тут эту штуку, он идет эту штуку делать. Этому роботу мы говорим взять, захватить все точки. А этому роботу мы говорим... о чем мы ему говорим? Можно радар построить. Ну вот такое. Можно это построить. Да пусть радар будет строить. А этому роботу мы говорим строй радар. Этот робот пока что будет тогда строить вот эти штуковины. Все готово. Радар у нас наш готов. Отлично, сколько он кушает энергии. Ну, немного. Почти что не кушает. Ну, реально, яичко. Хорошо, радар у нас есть, из чего мы все защищем. Этот тут что-то стоит просто. Орбитальный радар есть, если он захочет улететь, мы узнаем. Так. Нет, это не надо. Армия строится, уже очень хорошо строится, все налаживается, энергия есть, металл есть, все делаем правильно и отлично. Этот робот закончил, да, командир закончил все делать,
Ему можно поручить либо сделать еще оборону из этих турелей, либо пусть вообще будет, он делает вот это. Все, портал. Мы все равно будем улетать на другие планеты, чтобы добывать больше этого металла. Уже с помощью более улучшенных роботов, которые получатся из вот этого завода. Этот ничего не делает, значит... Так, пусть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И раз, два, три, четыре. Готово. Оборона будет сделана. Когда она будет сделана, мы после этого начнем ограждать нашу базу с помощью стен. И в принципе все. Робот у нас это построил, отлично. Так, здесь раз. Да. Теперь нужно нам построить либо стену, мы будем сейчас строить, либо мы можем задать ему построить еще энергоячейки, что нам в будущем очень пригодится. Пусть он энергоячейки строит. Нужная вещь. Вот так, допустим. Тут у нас будет энергия. Ну, видите, этот робот нас не отобьет. Я вообще думал, что это теперь наш робот будет. То есть мы сможем вид поменять. Либо это делать не умеем, либо я что-то не понимаю. Так, он. Все? Да, все. Здесь все сделано. Теперь этот робот может идти сюда, к нам. Ну, допустим, начинать. Вот это я еще не хочу, я умную штуку. Делаем ограждение базы. Будем делать стену. Так. Вот так. Эта штука нам сильно поможет, если враг находится у нас на планете, или даже если он не находится у нас на планете, то эта стена не даст ей вражеской техники, которая на Земле, проникнуть сюда. И незаметно для меня прошло 10 минут. Да. Так, ну ладно, хорошо. Эта штука у нас построена. Эта вещь пусть начинает... Ну, допустим, оборону. И... Ну да. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, пять. Здесь мы... Сделаем это. Все, закончили.
этого робота. Мы берем, говорим, нужно забрать этого робота. Мы сейчас полетим либо на Луну, если там никого нет, либо на огненную планету. На какую планету, я не знаю. Ну, Луну я ее так называю, потому что она похожа на Луну, эта планета. И все. Думаю, можно сюда. Да, я хочу сюда. Можно будет потом сюда, но здесь лава. А здесь пространство для строительства много. Можно будет дополнительную базу сделать. Главное, чтобы там врага не оказалось. Ну все, сюда. Все отлично, энергии у нас много, она есть. Здесь у нас все строится. Здесь у нас не строится, потому что не надо. Здесь нам нужно это, потом вот это. Я буду сейчас делать армию, хотя бы какую-нибудь. 10 снайперов. Вообще, я всегда, по-моему, побеждал в основном ядерными ракетами и разведкой. А армия мне только один раз пригодилась. Помню, в прошлый бой, когда я играл, как-то... Чисто взял. Увидел. То есть я построил орбитальный радар. Нашел с помощью него... Как это называется? Командора вражеского. Пульнул туда ядеркой. Ай. После первой ядерки он выжил. Да, это было не прямое попадание, но он был очень близко. Близко, как эпицентр. Так. Все, мы знаем, где он. Мы это знаем. Хорошо. Летим на эту планету. Где он находится, мы уже знаем. Бабахнем мы туда ядеркой. Или потом... Я знаю, что надо сделать. Я знаю. Мне вот это. Построим портал, запустим туда армию. И пока он не сделал себе достаточно большую оборону, мы его уничтожим. Под прикрытием наших анти... самолетных ПБО, вот этих. Вот, все начало уже производиться. Правда, у нас металла нет. Да, что-то у нас металла нет, а что у нас его нету? А, непонятно. Я, кажется, понял. У нас здесь производится это первое. А еще здесь строится вещь. Если мы это отключим... Да. Да, очень много энергии. Нет, не энергии, а металла тратится. А энергии у нас много. Правда, нужно будет увеличить запас энергии, когда будем начинать строить ядерную ракету. Так, вот это у нас есть. Вот это мы посылаем сюда. Так, первый готов робот. Мы ему, значит, что можем поручить? Ядерную ракету сделать. Мощный радар. Делать либо же, ну, например, улучшенные генераторы энергии. Так называют, что ли? В принципе, можно, да. Так, этот вообще командир бесполезный в данный момент. Я знаю, что можно. Его можно высадить на планету.
с врагами, наверное. Но это не точно. Но я уже такое предполагаю, то, что возможно. Четырех штук нам пока что достаточно будет. Этот пусть идет строить ядерку. После этого это. А после этого всего. Ну, не знаю, можно радар. Нет, после этого всего надо. Вот так. Отлично будет. Ядерка, правда, может помешать. А, да ладно. А, кстати, за вопрос, ядерка помешает? Нет. Нет, ядерка не помешает, отлично. Так, смотрим, что у нас здесь. У нас здесь это. Здесь у нас это. Этот пусть идет забирать этого командора. А тот, кто здесь, мы, во-первых, делаем так. После этого врата. После этого радар. Три ПВО. Три турели. И, ну, что, например, можно еще сделать. И вот это все. Готово. Так, ты лети на планету. Полетел, полетел. Отлично. Это тут строится. Здесь у нас все нормально. Мы что можем сделать? Мы можем здесь построить. Раз. Для начала. После этого раз. Мы начнем делать вот это. У него самолетик есть. Нормально. Вообще, мне нужен радар. Мощный такой радар. Будет отлично. Минус 259 энергии, это плохо. Нам нужно больше энергии. Ой, точнее, нет, не энергии, а этого железа. И у нас 0 энергии прибавляется. А теперь плюсик. А теперь 0. Да. Так, кто у нас тут появился еще? Вот этот вот робот. Это куда? Это сюда. А я могу его забрать или нет? Единственный вопрос у меня такой есть. Так, ладно. Тут пока летит, мы можем что сделать? Смотрим. Ему осталось это. Вот это. Не, я придумал. Здесь все улучшенное. Да, нет. Нет. Поэтому пока что пошли улучшать. Все. Он начнет сейчас улучшение. Ядерка и все такое, это бесполезно устроить, а слишком долго будет. А единственное, что у нас готова армия. Маленькая очень армия. Так, значит, нам нужно ждать. Серьезно. Нужно ждать. Можно чисто посмотреть, как тут все продвигается. Он все еще портал строит, телепорт. Долго. Когда он построит телепорт, мы перекинем сюда мощных, хороших роботов. Тех, которые могут улучшать вот эти вот добытчики. И в итоге сможем добыть все.
Здесь же у нас все вот так пока что. Я думаю, когда он все это закончит делать, можно будет уже телепорт подстроить. И начать атаку. Я думаю, 100% успеем. К этому времени сделать и армию. И вот это наладить по-нормальному, чтобы был плюс энергии. Ой, почему я говорю энергия? Не энергии в плюс было бы, что ли? А чтобы металл был в плюс энергии. Я так понимаю, это нельзя, да? Что такое? Он полетел? Так, стоп. А ну ладно, какая разница. Хорошо, здесь мы просто ждем. Здесь мы просто ждем, когда у нас все улучшится. Он даже стена не достроилась из-за нехватки ресурсов. Плохо. Очень плохо. Так, нам у нас есть энергия, мы запускаем этот телепорт. Связываем его с этим телепортом. И перекидываем. Так, этот у нас освободился. Это у нас не работает. Перекидываем его сюда. Сейчас начнется великое улучшение. О, он радар достроил. Так. Улучшать здесь все. Улучшать. Нам нужны улучшенные эти добыватели. Пока что. Здесь можно... Так. Этот он... Либо остановить этого, потом остановить еще что-то. Производство всего такого, и тогда уже будет хорошо. Ядерка только наполовину достроилась. Сколько там ждать надо? Изначально у меня была проблема только с энергией, когда я играл. Теперь у меня проблема с металлом. Но это только из-за того, что такие карты. То есть металла очень мало. Из-за этого все плохо. Вот что. О, тут уже атакуют. Мы тут построим потом радар. Самое важное, всегда настраивать это экономику. Но поскольку я уже начал все остальное строить, я останавливать это не буду, мы все равно сможем выкарабкаться. Чисто сколько эта штука жрет металла? 50. Эта штука. Ну, она не работает, поэтому нисколько. Да и здесь, в принципе, то же самое. Мы можем сделать минус 50 металла сейчас, но ничего не изменилось. Ладно, окей, хорошо. Если мы выключим вот этих вот больших роботов, то у нас вся энергия... Ой, почему энергия? Не энергия, а металл придет в норм. Он будет добываться. Здесь почти что-то делалось, эта вещь. Этот робот уже тем более выключился, поэтому у нас стало 100. У нас почти 50. То есть можно просто вот это выключить. А, кто-то начал работать. Понятно. Если мы здесь выключим. Тоже 50. Короче, все эти штуки 50 энергии жрут. А это всего 10. Понятно. Ядерка достроилась. Сразу уже 339. Чего? Энергии у нас. Ой, как все плохо. Что-то начало прям работать, и все. Это прям уже 100 металлов. Нет, тут энергию мы включать не будем. У нас энергия тратится. А!
Ну, это пусть достраивается тогда. Окей. Все равно рано или поздно, когда-то все получится сделать по-нормальному. Чтоб все было. Вот сейчас вот эта металлическая штука достроится. Сколько она нам принесет металла? То ли 100, то ли 50, я не знаю. Может 30, не уверен. Но она намного больше приносит, чем та другая. Стоп, я могу роботом выключить энергию? Нормально. Чисто вот так взял. А, не, у этих не выключается энергия. Это уже... Так, ну ладно, хорошо. Продал локат этот. Радар у нас тут появился. У нас много радаров появилось. Я понял. Построилась великая штука, из-за которой нам все кое-что помешает. Во-первых, нам помешает то, что эта штука жрет много энергии. Мы его включаем, у нас плюс сколько-то там энергии. А теперь чистый вопрос. Вот, он все еще там. Мы можем бабахнуть туда ядеркой и все. Будет отлично, хорошо и готово. В принципе, в этом вся есть суть еще одной тактики. У нас 43. Мы можем выключить одно из производств, и у нас все получится. Теперь надо несколько производств выключить. Но я знаю каких. Например, здесь. Эта штука требует энергии столько же, сколько и то огромное производство, которое там было. Понимаете? Ну, в принципе, это логично. Наверное. Зато у нас сейчас плюсик будет металл. Почти плюсик металл. Еще одна такая штука, и все готово будет. Так, что у нас здесь? У нас здесь... Anti-nuke online. Минус одна энергия. Плюс энергия была только что. Мы спокойно выключаем производство, и у нас минус одна энергия все равно. Почти что. Ой, как. Почему я заговариваюсь? Я всегда говорю энергия, а не металл. А у нас все дело в металле. Все, у нас все в плюсике. Отлично. Теперь можно спокойно, нормально все делать. Но вероятность отключения либо энергии, либо металла все равно есть. Так как энергия вообще ноль была. Хотя нет, все, теперь нормально все. Но нам нужно больше энергии.
А если нам нужно больше энергии, то мы делаем больше энергии. Берем, значит, где у нас та штука, которая... Где-то тут, вот, Василий. Это... Батька должен нам построить... У нас все нормально. Теперь, по идее, он достраивает эту штуку. У нас будет потом энергии много. А поскольку там еще работают штуки, которые достраивают выработку металла, у нас все будет под контролем. По идее. Так, стоп, я не понял, у меня тут эта штука работает или почему я вижу? Я ее, по идее, выключал, да? Ну да. Логично. Suffix construction complete. Мы сейчас можем бабахнуть ядерной ракетой. Почти. Еще чуть-чуть осталось, и все будет готово. И закончить таким образом эту серию, да. Которая пока что будет единственной на этот момент. Так как эта игрушка очень долго записывается. И я еще не знаю, как ее комментировать нормально. Все-таки Майнкрафт для меня проще комментировать и говорить там вообще про это все, чем эту игрушку. Хотя тоже нормально. Можно уже попробовать, знаете, что сделать? Можно попробовать напасть нашей небольшой армии. По идее, должно получиться. Так, значит, что нам для этого нужно? Берем, идем сюда. Нет, не сюда, сюда. Смотрим, что у нас тут происходит. У нас есть вот такое и такое. Можем ли мы это построить? Мы это построить можем. Отлично. Мы берем эту штуку. Берем, строим эту вещь. У этой вещи включаем энергию. После включения энергии. Мы идем сюда. И смотрим, понимаем, что у нас все получилось и работает. Включаем гиперрадар. Смотрим, что у нас тут. Идем сюда. Захватываем все войска и идем в портал. Пока его не уничтожим, да? Логично. Но его не должны уничтожить. Армия у него небольшая. Его легко уничтожить будет. Так же, как и уничтожить его самолет. Пока армия это здесь добирается. Я перехожу сюда. Смотри, что тут есть. Вижу вот эту штуку. Мне нужна вот эта вот вещь.
я хочу напасть с помощью этой штуки. А, так мало, серьезно? А, ну да, логично. У нас же тупые. У нас здесь атака. На самолетики нам плевать, мы их сейчас разнесем. Уничтожить всех. Уничтожить. Мы продолжаем это. Ядерку сюда. Ядерку сюда, пожалуйста. Уничтожим. Готово. Армия нам пригодилась. Уничтожим. Но это еще не все, сейчас будет еще больше. Взрыв отлично. Смотрите внимательно. Сейчас будет фокус. Ну как? А? Не видно, конечно, да? А, жаль, пауза включилась. Жаль, пауза включилась. А было бы такой хороший грибочек. Ну, сами видели. Так, что тут было? Мы начинаем его атаковать. У нас залагала вот эта штука. Ну, да ладно. А прикол, знаете, в чем? У нас ядерка упала точно в то место, куда мы... Где был этот робот? Это при том, что я угадывал место случайно. Либо она как-то туда направилась. И вот, летит ядерка. Звук-то вы слышите, а вот атомный взрыв не увидите до конца. Обычный маленький взрыв. Вспышка. Это заняло у нас 41 минуту 40 секунд. Разумеется, видео будет идти по идее меньше, так я буду его монтировать. Ну, на этом, в принципе, все. Взрыв, я говорю, отличный получился. Правда, вот это вот робот... Вот он бесполезный был. Он чисто вот в прошлом бою, когда я играл, он помогал очень хорошо. Ну, как я считал. А в принципе на этом все. С вами был Кирилл Твоют. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока. Короче, я тут обнаружил, смотрите сами. Сейчас, оп. Вот когда тот был уничтожен. Потом на последних 5 секундах прилетает ядерка. Смотрите внимательно. Место взрыва. Звук есть. То есть звук и был. Вот это мне понравилось очень хорошо все. А, ну, они бы, по идее, были бы либо уничтожены, либо нет. Ну, потому что где-то такой радиус взрывной волны. И вот что я обнаружил. Грибочек маленький был.
вспышка такая, шарик солнечный. И вот эта маленькая ударная волна. Сейчас еще буквально. Вот, сам взрыв команды. Я потом на монтаже сам это все пересматриваю. В замедленном режиме и в повышенном. Шар он образуется, взрывная волна образуется, потом это зависает и сам взрыв. Только после взрыва яркости взрывная волна доходит. А так она уже создана. Вот такой прикольчик. Ну все, всем пока.